Paramount Pictures совместно с МВД Studios представляют криминальный сериал «Глухарь». Что? Я говорю «Глухарь». Эй! В тот злополучный день ничто не предвещало беды. Я, как всегда, сидел в своем кабинете в полной тишине, как вдруг зашевелился телефон. Лейтенант Глухарь у аппарата. Милиция, меня насилуют. Что? Говорите громче, не слышу. Меня насилуют. Кто? Так откуда я знаю? Откуда я знаю? Насилуют. Куда? Да куда? Да ё-моё, да куда? Да что ж такое, звонят и молчат, ну. Товарищ глухарь, сержант Слепарь, по вашему приказанию прибыл. Сержант Слепарь, а почему вы сошли и молчите? Доложите обстановку. Докладываю. Значит, 22.00 на пульт поступило сообщение, что в доме номер 48 по улице Ленина неизвестный молодой человек мочится в лифте. Я жду. Через 2 минуты приехала оперативная группа и задержала его до проведения опознания. Так что, сержант Слепарь, так и будем в молчанку играть? Эй! Не надо орать на меня! Вы не у себя в кабинете! Между прочим, это вы своими линзами вышли у меня на столе неприличное слово. А! Самое сложное в следствии – это опознание. Особенно для слепаря. Заходим! Итак, гражданочка, кто из этих людей мочился в подъезде? Да не знаю я, все похоже. Подойдем-ка ближе. Этот? Нет. Этот? Нет. Этот? Да. Этот? Нет. Этот? Нет. Этот? Она нет. Сказала же, что этот. Чё? А это не я, командир. Ну так что вы, определили? А для меня самое сложное – это допрос. Мне еще никогда не удавалось разговорить подозреваемого. Итак, вы признаете, что это вы гадили в подъезде? Да, учтите, если вы будете опираться, я вынужден буду применить силу. Слепарь! Это туда! Да, да, это я признаю! Я все подпишу, не надо, я прошу, не надо! Ну что ж, раз вы молчите! У меня нет другого выбора! Слепарь! Примените электрошокер! Ну что, по-прежнему будете молчать? Я признаюсь, все, что вы сказали. Все, предупреждаю, если вы сейчас же не признаете свою вину, вами займется сержант Сташай. Нет, только не Сташай, я признаюсь. Молчите? Ну ладно, я вас предупреждал. Сержант Сташай! Ну, наконец-то вы во всем признались! Слепарь! На, ключи, отведи его в камеру!
Пойдем, пойдем. Пошли, пошли, стоять. Шагай сюда, лицом к стене. Я говорю, да лицом к стене, твою мать. Стой здесь. В камеру живо. А я говорю, в камеру живо пошел. Ножками перебираем, стоим, ага, тут не думаем. Вот так вот. С урками посидишь, ты у меня все расскажешь. Сержант Слепарь! Как вы могли упустить преступника? Это не моя вина вообще, понимаете? Я действовал согласно приказу, это все... Чем молчать? Лучше бы сказали что-нибудь свое оправдание. Как мы его теперь найдем? Как найдем? Мы очень легко его найдем. Я уже составил фоторобот преступника. О! А может, фоторобот составим? Ай! Это я же это говорю. Идея. Это, я составил уже фоторобот преступника, вот он. Ну! Что скажете? Я же говорю, вот составил уже фоторобот. Что это? Опять ваши дурацкие шуточки! Как не вовремя-то! Алло! Это полковник Тупарь, зайдите ко мне в кабинет! Да что ж такое, звонят и молчат все время, но! Что-то давно полковник Тупарь не звонил! Надо бы наведаться к нему! Я очень занят. Сели, яйца бросили. Я говорю, я занят. Здесь проиграл в эти грёбаные птички. Обходить твою дивизию я выговор. А, так вы у себя. А чё вы так долго не открываете? В нашем особом отделе полковник Тупарь особенно оправдывал свою фамилию. Он был самым опытным среди нас. У него было 4 ранения и все в голову. Товарищ, вы знаете, почему я вас всех собрал вместе? Так точно, товарищ полковник, конечно, знаю! Это хорошо, потому что я забыл. Ну и... Товарищ полковник, мы хотим устроить... Извините. Мы хотим устроить засаду и переодеться для конспирации. Костюмы водопроводчиков. Что скажете, товарищ полковник? Что за бред, Слепарь? Какая засада? Вы же чекисты! Значит, я предлагаю купить принтер и пару женских ортопедических туфлей. Я думаю, это единственный способ устранить, убрать, удалить насморк. Подожди, ну мы же на той неделе уже купили 5 новых принтеров. Слепарь, ну что ты вообще понимаешь в спелеологии? Товарищ полковник, а может все-таки лучше засаду, а? Ну, если это... поможет нам купить принтер, то я поддерживаю. Старшим по этой операции я назначаю лейтенанта Бухаря. А лучше Бухаря. Ну что ж, раз никаких других предложений нет, значит завтра в костюмах водопроводчиков устраиваем засаду! Служите отчизне, мальчик. На следующий день мы устроили засаду, переодевшись в костюмы водопроводчиков. О! Эй! Ha!
больше. Больше всех на водопроводчика был похож лейтенант Бухарь. А меньше сержант Слепой. А вот и он! Приступаем к задержанию! Рановато. Подпустим гада поближе. А че? А че? А че? Слепарь! Открыть огонь на поражение! Как? Как? Внучок, за что? Я поймал его! И я его поймал, ребята! Я тоже кого-то поймал. Внучок, спасибо тебе. За успешное выполнение операции наш отдел был представлен к награде. Церемония награждения проходила строго по уставу. По уставу полковника Тупоря. Добровольное мужество и героизм поимки преступника награждаются. Сержант Снушай. Что-нибудь дали. Продолжение следует. Следует. Да я не слышу ничего. Да пошел ты.